3 августа 1798 года. Британская военно-морская эскадра адмирала Нельсона громила французскую эскадру Дебрюэ у города Абутир. Тогда, в конце сражения, молодой 27-летний адмирал Горацио Нельсон поверил, что море теперь надолго будет британским, если не навсегда. По крайней мере, в это хотелось верить. Флот французов был уничтожен. Молодой командующий египетской компанией генерал Бонапарт был унижен на море. Но тогда молодой Горацио даже не подозревал, какое сражение ему предстоит через 7 лет. И что британские корабли и адмиралы вновь содрогнутся, вспомнив имя Наполеона Бонапарта. Франко-испанская военная морская эскадра под командованием французского адмирала Пьера де Вильнёва и испанского Федерико Гравины возвращалась в Европу после блокировки английских портов в Вест-Индии. Французы и испанцы хотели, чтобы английская торговля была полностью заблокирована, ведь таким образом главный источник дохода Великобритании будет закрыт. Эскадра Пьера де Вильнёва уже приближалась к мысу Финистерра. Английская эскадра под командованием уже 34-летнего адмирала Горацио Нельсона также шла к этому мысу, чтобы заблокировать проход французам и испанцам обратно на родину. Вильнёв понял сложившуюся ситуацию и допустил ошибку, которая будет решающей во всей войне на море. Позже станет ясно, почему то, что он сделал, будет палкой в колесах всего французского и испанского флотов. Он сконцентрировал большую часть флота для прорыва блокады Нельсона и начал атаку. Тогда Вильнёву это казалось не столь опасным, ведь он был уверен, что британцы не выставили весь свой флот для блокировки его эскадры. Но на самом деле все было с точностью да наоборот. Тогда Вильнёв не знал, что эта ошибка будет очень дорого стоить всему французскому флоту и флоту испанского адмирала Федерико Гравины. Пьер Шарль де Вильнёв. От роду 42 года. Адмирал. Начал службу во французской морской гвардии в 1778 году. Участник военных действий во французских колониях в Америке. С 1786 года служил на Средиземном море. После революции стал капитаном корабля, но подвергался критике за свое дворянское происхождение. Участник египетского похода Наполеона. В сражении при Абукире подменил погибшего адмирала Дебрюэ. Сдался англичанам у острова Мальта. В 1802 году был освобожден из плена. В 1804 году получил звание контр-адмирала. С 1805 года командующий всей французской морской военной эскадрой. После Трафальгарского сражения снова попал в плен к англичанам. Был освобожден в 1806 году, дав слово джентльмена, что больше не будет участвовать в сражениях с английским флотом. 22 апреля 1806 года, боясь военного суда и гнева Наполеона, нанес сам себе 6 ударов ножом. Фредерико Карлос Гравина. От роду 49 лет. Испанский адмирал. Поступил на службу в 1768 году 12-летним мальчиком в чине гардемарина. Затем дослужился до чина мичмана и служил на фрегате Санта-Клара в Бразилии. В 1778 году получил звание лейтенанта на корабле береговой охраны. Патрулировал испанское побережье от алжирских пиратов. В 1790 году получил командование над кораблем первого ранга под названием «Паула». В 1793
Во время войны Первой коалиции командовал испанской военно-морской эскадрой и действовал против французов. В 1801 году, когда Испания уже перешла на сторону Франции, начал экспедицию в Вест-Индию. С 1804 по 1805 годы испанский посол в Париже присутствовал на коронации Наполеона. Во время Трафальгарского сражения ему оторвет руку картечью. 9 марта 1806 года он скончается от последствий полученного ранения. Вильнёв не смог прорвать блокаду Нельсона, но он бросил в бой почти каждый корабль эскадры и настолько измотал свой флот, что сил прорываться дальше уже не было. Вильнёв и Гравина отступили в порт Кадис. Там удалось восполнить лишь часть утерянных припасов эскадры. Наполеон, узнав о том, что операция на море близка к полному провалу, предпочел заменить Вильнёва на адмирала Россельи. Однако, чтобы новый адмирал добрался до эскадры, требовалось время, и французский император в конце октября дал указание Вильнёву выйти вместе с Гравиной в море. И вскоре у мыса Трафальгар столкнулись две огромные морские эскадры – англичан, французов и испанцев. По разным оценкам, соотношение сил противников было таковым. Великобритания – 7 трехпалубных кораблей, 20 двухпалубных, 4 фрегата, 2 шлюпа, пушек – около 2312. В сумме в эскадре адмирала Нельсона было 33 корабля. Франция – 18 двухпалубных кораблей, 5 фрегатов, 2 шлюпа, пушек – около 1584. В сумме в эскадре Пьера де Вильнёва было 25 кораблей. Испания. 1 четырехпалубный корабль. 3 трехпалубных. 11 двухпалубных. Пушек около 1280. В сумме в эскадре Федерико Гравины было 15 кораблей. Численное преимущество было за союзниками. Вечером 20 октября 1805 года Горацио Нельсон сидел у себя в каюте и настраивался на великую битву. Он вспоминал, как стал мичманом уже в 13 лет. Вспоминал войну с американскими колониями, ссоры с торговцами, революционные войны. Вспоминал, сколько крови было пролито в сражениях под Тулоном, у мыса Сент-Винсент, у Абукира. Нельсон помнил, как потерял руку в сражении у борта Санта-Крус де Тенерифе. Он понимал, что его ждет такое же сражение. Опять. Сколько уже можно? Когда уже это закончится? И это желание покончить с бесконечной войной на море раз и навсегда укрепляло в нем уверенность в победе завтра. Он хотел после сражения вернуться домой к супруге Фрэнсис Вулвард и к любовнице, леди Эми Гамильтон, которая очень любила Горацио, даже называла свою дочь в честь адмирала. Утром 21 октября 1805 года, перед началом сражения, Горацио Нельсон вывесил сигнальные флаги на своем корабле «Победа». Они означали: «Англия ждет, что каждый выполнит свой долг». «21 октября 1805 года. 5:30 утра. Сигнальщик французского флота кричит, что впереди английская эскадра. До мыса Трафальгар оставалось лишь 10-12 миль. Вильнёв колеблется. Он думает, принимать ли бой. В итоге он принимает решение направить эскадру обратно в Кадис. Он оставляет несколько кораблей для прикрытия отхода. К 10:00 маневр был завершен. Но он был исполнен настолько неумело, что некоторые корабли начали сталкиваться друг с другом. И приходилось создавать очень большие расстояния между кораблями, что делало союзников еще более уязвимыми. 10:00. Эскадра Нельсона. Адмирал, видя маневры Вильнёва, даже не верил своим глазам, что Пьер копает сам себе ловушку. Горацио построил корабли в две колонны. Погодные условия благоприятствовали англичанам, поскольку ветер дул в сторону союзников. К тому времени приближался шторм. Вильнёв
понимал, что далеко в шторм они не уплывут, и решился на сражение. Но из-за неудачного ранее маневра получилось очень кривое построение в виде полумесяца. Но делать уже было нечего. У Нельсона было стратегическое преимущество уже до сражения. 11.00. Испанский корабль «Святая Анна» открывает огонь по английскому кораблю «Королевский Саверин». Сражение начинается. Корабли союзников, выстроившись боком, открыли залповый огонь по англичанам. Ядра сыпались и на корабль Горацио Нельсона. Так как английские корабли шли носом к противнику, ответить таким же плотным огнем они не могли. 12.30. Королевский Саверин, который был очень мобилен для того времени, прорезает строй союзников прямо в центре позиций. Остальные корабли Нельсона отстали, поэтому данный корабль вел в одиночку бой 20 минут. 13.15. Корабль Горацио Нельсона «Победа» врезается в позиции союзников севернее ранее упомянутого корабля. Нельсон был невозмутим и гордо стоял на шканцах корабля рядом с капитаном Томасом Харди. Адмиралу было плевать на все уговоры спуститься вниз. Нельсон хотел, чтобы у матросов при виде него поднимался боевой дух. Линия союзников распадалась на глазах. 14.00. Ветер ослаб, и англичане вступали в бой с союзниками лишь промежутками. Однако строй союзников все равно сыпался. Даже появились дезертиры. 9 кораблей союзников запаниковали и бросились бежать в Кадис. 14.15. Победа рисковала попасть под окружение двумя французскими кораблями. Ей пришлось сделать маневр, который позволил уйти из него, и который дал возможность начать обстрел французов, подоспевшему на помощь кораблю «Тимирер». Между тем, «Победа» взяла на абордаж французский корабль «Грозный», на котором был Вильнёв. Пьер нервничает и прячется в своей каюте. Снасти с горем пополам были раскинуты. Артиллерия замолчала. Всем матросам раздают абордажные оружия. 14.45. Стрелок на корабле «Грозный» замечает интересного человека на «Победе», одетого в мундир, который был покрыт 1000 орденами. Это был Горацио Нельсон. Стрелок замечает, что у него сломан мушкет из-за падения ядер, и, недолго думая, кричит: «Дайте мне мушкет!» Он его берет и спускает курок, и попадает адмиралу в плечо. Пуля пробивает эполет и застревает в позвоночнике. Адмирал падает на руки капитану Харди. Горацио уносят на носилках в лазарет. Пуля, пущенная стрелком, чье имя до сих пор неизвестно, была удивительно точна. Убийство Горацио Нельсона совершенно не предусматривалось в плане французов и испанцев. Тогда почему же это сделал стрелок? Хотел, чтобы упал боевой дух англичан? Хотел прославиться? Или есть какие-то другие причины? К сожалению, история вряд ли когда-нибудь узнает об этом. В 14.30. Адмирал Нельсон в сознании, он справился с болевым шоком. Он даже просит отчет о том, что сейчас происходит. 14.45. Корабль Вильнёва спускает флаг. И Пьер после абордажного боя сдается в плен. К тому моменту уже около 12 кораблей союзников не могли продолжать бой. Нельсону становилось очень плохо. И на вопрос о сражении капитан Харди отвечает: «Милорд, этот день за вами». На это Горацио ему отвечает: «Слава богу, я исполнил свой долг». В 16.30 адмирал умирает. Дело уже идет к 16 часам. Бой только разгорался. К тому моменту уже никаких строев и тактик не было. Происходила настоящая мясорубка на каждом участке сражения между испанцами, англичанами и французами. К тому моменту самый ожесточенный бой шел на участке, где командовал Федерико Гравино. Он отчаянно пытался помогать каждому матросу, лично подносил снаряды своим канонирам, получал множество ранений. В один момент картечью оторвало руку, но он продолжал драться. К концу сражения Гравино был похож на кусок мяса,
а не на человека. Ранение по всему телу. Оторванная рука. 16:30. Командование принимает адмирал Катберт Коллинвуд. Ранее он командовал лишь кораблем «Королевский Саверин». Он бросился преследовать бежавшие 9 кораблей союзников. Но еле стоящий на ногах адмирал Федерико Гравино подал сигнал этим кораблям о том, что надо возвращаться, иначе их пленят англичане. Корабли развернулись, но уже попали под огонь англичан. Они смогли выбраться. Благодаря Гравини эта часть эскадры была спасена от позорного плена. Сражение продолжалось до 17:30. Затем начался шторм. Весь день 22 октября 1805 года шел шторм, который уничтожал и корабли англичан, и корабли союзников. Многие матросы и офицеры утонули. 23 октября казалось, что сражение окончательно выиграно англичанами. Но тут адмирал Гравино с новыми силами начал атаку на англичан в надежде спасти плененные испанские суда. Экипаж Святой Анны устраивает бунт и жестоко убивает всю английскую охрану корабля. Святая Анна вновь была под контролем испанцев. Навстречу мятежникам приближалось 2 английских корабля, но маневры помогли этому кораблю уйти. Атаки Гравино были отбиты. Однако корабль Святая Анна и большинство эскадры испанцев смогли спастись благодаря адмиралу Федерико Гравино. Теперь все точно было кончено. Это сражение стало самым кровопролитным на море во время революционных и наполеоновских войн. Но оно надолго установило власть англичан над морем. В память о победе британцев в Трафальгарском сражении установлено множество памятников, в том числе и великому адмиралу Горацио Нельсону. Он точно исполнил свой долг. И точно погиб не зря. Море оставалось за коалицией. Da kommen Sie! Thank you.